Всем привет! С вами сегодня Виктория This is Life. Мой любимый Сашенька сегодня допоздна на работе. У них там очень ответственный день. Сегодня ответственные съемки. И у меня остался фарш. Остался фарш после этих прекрасных хинкалей. И я с удовольствием сделала дубль 2, хинкали 2.0. И я могу еще более театрально это говорить, так как вы любите, вы говорите, что я слишком артистична, но могу говорить обычно, вот так вот, как в принципе говорят люди, потому что я уже не могу говорить. Я очень голодная, целый день сегодня лепила, но в принципе в описании к видео показано, как я это лепила. Надеюсь, в этот раз получилось еще лучше, чем в прошлый. Саша я заморозила, потом он придет с работы, я ему сварю еще. И что ж, приступим. Не будем откладывать в долгий ящик. Надо испробовать, есть ли здесь сок. О, да. Это оно. Ребята, наконец-то получились хинкали. И кукурузку взяла. Мексиканскую сделала на гриле. С кетчупом. И с приправами. Очень голодная. Буду немногословно сегодня, но скажу самое основное, что хотела. Если вы сейчас слышите легкий шум, то у меня компьютер рядом, в другой комнате, рендерит мой проект. Мы сделали съемки кое-какие, и он сейчас там процессор работает на полную. Это надо есть молча. Тут у меня, кстати, под огурцом вот этим вот засоленным в рассоле. Очень вкусный огурец. Мы с Сашей просто не влюбились в них. Там соус соевый, плюс маслице, плюс уксус. Ну что, второй пошел. Даже хинкалевый сок капнул мне на интересное место. И огурчик. Сегодня ручная еда. Как мы уже говорили в прошлых выпусках с Сашей, руками кушать, чтобы лучше, как говорится, было тело сопряжено с ртом. Ну что ж, не будем томить. Возьму вот эту сметанку с укропом. Мазану. Захотелось вот так. Можно меня поздравить, наконец-то. Это второй раз в жизни делаю. Господи. Почему я не повар?
Сейчас. Даже попки эти хочется съесть, знаете? Тоже вкусненькие. Со сметанкой. Взяла себе сегодня в магазине вот такую бутылочку имбирного, вот такого Рав Камбуча. Имбирный, как забродивший компот. Но он безалкогольный, но он такой вот что-то типа кваса, но очень насыщенный. Очень такой вот, как недобродившее шампанское, но без градуса. Сейчас будем пробовать. Да, это такой, как мамин домашний сидр. Очень вкусно. Так, ну что ж, продолжим. Сок. Мария. Я знаю, сначала сок выпивается, а потом мясико с тестом. Ребят, не занимаюсь самопиаром, но эти хинкали надо есть с закрытыми глазами. Все. Первое меню появилось еще одно успешное блюдо. Эти выходные выдались нелегкими. Многие знают, не безоблачными. Не буду много говорить. Очень, кстати, вкусная кукурузка, тоже такая с дымком. Но скажу только пару слов. По поводу этой темы, что произошло в выходные. Кстати, я поняла, что у меня очень много поддержки со стороны друзей, со стороны просто знакомых. Я безумно благодарна каждому, кто рядом, когда тяжело на душе. Это стоит дорогого. Поверьте, я это все ценю. Очень. Сок брызнул аж на стол. Так вот, хочу сказать одно. В каждой семье бывают разногласия. В каждой семье бывают какие-то конфликты. Но если присутствует взрослость, ума и любовь, всегда победит любовь. Мы с Сашей два творческих, эмоциональных человека. Но я вам скажу так. Кто не умеет красиво страдать и переживать, тот не умеет любить. Кто вообще не умеет переживать, у кому, кто с такой же. Вот что-то случилось, все, он не плачет, он не рыдает, он не впадает в шок. Супер. И кто с такой же? Но, могу сказать, больше есть такие ссоры, конфликты, которые еще больше скрепляют. И понимаешь, что больше с этим человеком ругаться, расставаться не хочешь никогда. А кто хочет узнать больше о произошедшем кое-как, приходите к нам в эту субботу, это будет 2 марта, приходите к нам на стрим с Сашей,
И там пообщаемся. А тем временем продолжим. Очень-очень-очень крутые хинкали. Я тьфу-тьфу-тьфу, Господи, спасибо. Спасибо за то, что я умею такое делать. Так, надкусываем дырочку. Я так понимаю. Ой! Вытекает. Мне в комментариях пишут, что у нас с Сашей шоу, что все не по-настоящему, все понарошку. Думайте так, ребят, вам никто не запрещает. Если вы привыкли во всем видеть фальшь. Я вам скажу, искренний человек видит искренность. Ну, соответственно, фальш видит кто? Это просто бомба. Я в Телеграме. Подписывайтесь, кстати, на наш Телеграм. Будет в закрепленном сообщении. Там я скидываю рецепты. Там больше о нашей жизни. И о всем в целом. Хотите узнать первые новости? Ссылочка в описании и в закрепленном сообщении. Огурчик. Вот такая вот колбаса. Господи, как же это вкусно. Держите меня семеро. Раньше я всегда варила кукурузу, как у нас в Одессе называют, пшенка. А сейчас я решила запечь. Не пожалела. Так, осталось вот еще один такой вот красавчик. Кстати, фарш бараний-говяжий. Я туда еще сало порубила. Ну что, в принципе, все. Такой вот коротенький перекус, но очень вкусный перекус. Следующий мукбанг будет у нас с Сашей совместный. Что мы планируем готовить, напишу в Телеграм. Вот, так что подписывайтесь на нас, ставьте лайки, лукасы, комментируйте, кушайте с нами. Решайте сами и думайте своими головами. До новых встреч. Пока.